Зрелищный танец на стыке хореографии, спортивной гимнастики и воздушной акробатики. Пул-дэнс имеет десятки тысяч поклонников по всему миру и столько же противников. Танцы на пилоне – пошлость, продолжение стриптиза или искусство? Разбиралась наш корреспондент Ольга Шалыгина. Однажды, попав на тренировку по пол-денсу, Ирина Джипарова влюбилась в пилон навсегда. А 2 года назад открыла свою студию танца. За плечами мастер-классы лучших тренеров страны и Воронежская цирковая школа. Ирина превосходно выполняет акробатические трюки на пилоне, кольце и даже на полотнах. Я работала экономистом на фирме. Вот, но поняла, что это не мое. Танцы – это мое все. Вот, я очень рада, что я себя в этом нашла. И очень рада, что люди, которые приходят сюда и находят себя, в принципе, так же. То есть уходят от каких-то проблем, что-то приобретают каких-то новых друзей. Евгения Глущенко работает менеджером по дизайну корпусной мебели, а вечером подрабатывает в студии, учит цирковым трюкам на кольце. Это спорт, то есть это сила. Мы здесь занимаемся именно акробатикой, когда это все делается на силе, на умении, на боли. Вот каждый раз это боль, каждый элемент – это боль. Не боится боли и синяков 14-летняя Ирина Прокудина. Девочки недавно сняли гипс, а она уже приступила к тренировкам и готовит номер для участия в проекте «Минута славы». Синяки были, и их было немало, их было много, вот, но потом они проходили. У нас был конкурс в Курске, я готовилась к нему, и перед выступлением я упала на руку и сломала себе руку. Но это еще ничего страшного, буду стремиться, буду достигать успеха. Пул-дэнсом занимаются не только женщины, но и мужчины. Сергей, правда, пока единственный представитель сильного пола в этой студии. Раньше занимался бальными танцами спортивными. Знакомился, что есть направление спортивное, шестовая акробатика. Ну, решил, заинтересовался, решил походить. Как бы хожу, нравится. Планирую тренировать, преподавать. Ребята очень обижаются, когда пул-дэнс путают с пошлыми танцами или стриптизом у шеста. Всему виной откровенная одежда. Короткий топ и мини-шорты нужны танцору не для соблазнения, а для сцепления с пилоном. К тому же шестовая акробатика – серьезный спорт, развивающий гибкость, координацию и силу. Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Ирина Чуликова, 9 канал.